Всем привет! И это снова видео, что едем в течение дня. И давайте я вам покажу. У нас, кстати, сейчас время уже без 10 час. Я еще не ела. Я вот с утра просто пью чистую водичку. Вот. А сейчас я потихонечку уже готовлюсь к первому своему приему пищи и заодно готовлю детям обед. И вот сейчас я помыла листовой салат, буду сушить его вот в этой прекрасной сушилке от IKEA. И буду готовить себе завтрака обед, скажем так. Здесь, кстати, тоже намыла уже фрукты. Снова моя тарелка пользуется популярностью, потому что летом как-то я мыла по мере необходимости, а сейчас я уже где-то упоминала в каком-то видео, что в последнее время мне хочется есть больше фруктов, овощей. И, в общем-то, вот намыла, чтобы они были, и детям было удобно взять, и чтобы я в любой момент тоже могла слопать какой-нибудь фруктик. Так, приступаю к приготовлению своего завтрака. Он у меня сегодня будет такой, скажем так, разнообразный. Сейчас я приготовлю салат из свежих овощей с вот таким красным луком. И заправлю его горчичным маслом. Сделаю кофе. Хочу попробовать вот такое вот молоко от Borges Natura с грецким орехом. Это рисовое молоко с грецким орехом. И еще у меня такое есть приобретение. Новиночка. Я вот купила в магазине только арахисовую пасту, поэтому ничего вам не снимала. Покажу ее здесь. Вот такая вот арахисовая паста, классическая. Она здесь с сахаром. Так, состав. Вот я вам сейчас покажу. Арахис, сахар, рапсовое, хлопковое, соевое масло, соль. По поводу вот этих вот масел, да, знаю, что многие любят, когда их нету, но я нашла только такую пасту, и, если честно, я ее уже немножечко попробовала, и она очень-очень вкусная, просто очень вкусная. Вот, и, в принципе, в интернете поискала информацию, такой состав вполне себе допустим, вот. Поэтому, ну, по вкусу она мне понравилась. Просто у нас во вкус вилл, к сожалению, не было арахисовой пасты. Были другие, но я хотела именно арахисовую. Ну, вот в другом магазине нашла такую. Если пробовали такую, то напишите, как она вам. Понравилась или нет, но мне она очень понравилась. Ну, и буду, конечно же, искать другие арахисовые пасты и пробовать их. Вот, сделаю себе тост с домашним вот таким вот хлебушком. Он у меня из цельнозерновой муки с семечками. Смотрите, какой он красивый на разрезе. Тост с хлебом, с арахисовой пастой и с бананчиком. В общем-то, сейчас я поджарю хлебушек с двух сторон на сковородке, как я это обычно делаю. Все просто намажу арахисовую пасту, нарежу кружочками бананчик, тоже сложу все. Овощи нарежу и заправлю маслом, сварю себе кофе, ну и все, и покажу вам результат. Вот таким вот образом выглядит мой завтрак. Это салат, тост с арахисовой пастой и бананом. У меня сюда ушло полбанана, ну и, конечно же, кофеек. И заметила за собой, что в последнее время я люблю есть еду именно ту, которая выглядит красиво. Вот не смогу я есть то, что выглядит, ну, совсем неприглядно, некрасиво, как бы меня ни уговаривали, как бы мне ни говорили, что это супер вкусно. Нет, я такое есть не стану. Поэтому я всегда заморачиваюсь и себе готовлю красиво, и детям, и мужу всегда сервирую достаточно красиво, чтобы это хотелось съесть глазами, понимаете, о чем я говорю. И да, девочки, я показываю свой рацион именно так, как питаюсь я, как мне удобно, как мне комфортно, и мне действительно на этом питании очень комфортно. Я себя чувствую
очень-очень бодро, энергично, и вот до часу дня я не хочу есть на своем интервальном голодании. Ну, это, наверное, о чем-то говорит. До часу, до двух я никогда не ем. Вот сейчас уже половина второго, пока я провозилась завтраком, в общем-то. И сейчас я только буду есть. Это не истина в последней инстанции. Я не говорю, что мое меню, мой рацион супер правильный. Просто если есть мои единомышленники, люди, которые комфортно так питаться, то, возможно, вы почерпнете какие-то идейки для себя. Ну или просто расслабьтесь под мое видео. Ну а я пошла есть. Приятного мне аппетита. А сейчас я займусь изготовлением фарша. Здесь у меня филе грудки индейки, где-то грамм 600, и тоже грамм 600 филе бедра индейки и луковица. Сделаю фарш, и он мне сегодня потребуется в приготовлении ужина. Фарш я приготовила, теперь я его хочу поделить напополам, половину заморожу, а из половины буду готовить сегодня ужин. А пока уберу в холодильник. Я сейчас потренировалась. Отзанималась на степере, у меня была кардиотренировка, вот 40 минут. Очень интенсивно в этот раз получилось. Ну а теперь я отправляюсь в душ. Сейчас я хочу немного перекусить. У меня завтрак еще осталось пол банана, я его сейчас съем. И также я решила поставить чай, сейчас сделаю себе черный чай. И съем вот такой вот протеиновый батончик чикобар. Это вкус тирамису. Очень эти батончики мне понравились. И если вы не пробовали, то смело могу рекомендовать. Попробуйте. Думаю, вам понравится. Так, сейчас я буду готовить ужин. И мне понадобится для этого фарш, который я делала сегодня. Я его еще поперчу, посолю. Все. Кокосовое масло. На кокосовом масле я буду обжаривать маленькие фрикадельчики, которые сделаю из этого фарша. И еще мне понадобятся овощи. Я взяла овощи замороженные. Есть у меня вот такая вот овощи по-деревенски из Вкусвилл. Здесь 400 грамм в упаковке. И я ее еще хочу дополнить стручковой фасолью и кукурузой. Здесь есть эти ингредиенты, но мне показалось, что здесь их маловато, поэтому я еще дополню из своих запасов. Вот, фрикадельки из индейки, как я уже сказала, я обжарю на кокосовом масле, потом добавлю к ним овощи и все это буду тушить на небольшом огне на воде, с небольшим добавлением воды. И все, готовится просто, быстро, получается очень даже вкусно. Так что попробуйте, если еще не готовили так. Ну а я приступаю к приготовлению. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy? When somebody real is waiting out there for me. Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted. Ну а сейчас я собираюсь поужинать. Вот такое вот блюдо у меня получилось. Очень-очень вкусное. Детям очень понравилось, и дополнила я тушеные овощи с фрикадельками, еще и свежий брокколи. Очень мне полюбилось брокколи именно в свежем виде. И также кусочек хлеба, это бездрожжевой хлеб. Вот такой вот у меня получается ужин, такой конец дня. Ну а с вами я хочу попрощаться, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. До новых встреч! Пока-пока!